По преданию племени майя, каждый мужчина находится на грани катастрофы, пока не отметит свой 27-й день рождения. Так, судя по фуражке, это не почтальон. Сильно сжимает сумку. Возможно, военный. Судя по повестке, это со мной. Мои действия. Ввести в заблуждение. О, парад! Закрыть дверь. Сесть на диван и успокоиться. Что ж, приступим. О, парад! Военкомат. Самый темный час. Ему завтра 27. Нужно срочно оформлять. Успокойтесь, гражданин Кипятков. Ждет избранный. Почему штаны? Ты избранный? И лишь отвага. Так, ягодицы раздвиньте. Легко. Доблесть. Постой! В каких войсках хочешь служить, сынок? Ни в каких. Помогут выстоять. О боже, что значат эти символы? Нам помогут древние рукописи. Так, диатез, ветрянка. Точно, плоскостопие. Идти до конца. Я хочу служить. Алло? Господин президент, мы нашли его. Так, по-твоему, я должен был сделать? Остается надежда, что возьмут не всех.